Во дворце спорта имени Али Алиева города Каспийска 6 по 11 февраля проходит чемпионат первенства СКФО ЮФО по муай-тай, всеми известного как тайский бокс. В текущем году в соревнованиях приняли участие 13 регионов. Основным лидирующим регионом у нас всегда является на данных стартах Республика Дагестан, далее Краснодарский край, и тройку может замыкать Ростовская область, может также любой другой регион. Но основные лидеры – это Республика Дагестан и Краснодарский край. Главное отличие тайского бокса от обычного заключается в том, что удары здесь наносятся не только кулаками, но и другими частями тела. Второе важное отличие относится к частям тела, по которым можно наносить удары в двух этих видах бокса. Классический бокс запрещает спортсменам бить друг друга ниже пояса. Кроме того, нельзя толкаться, делать захваты и приемы удушения. Соревнования проводятся для популяризации муай-тай в республике, в регионе, а также для выявления сборных команд для участия на чемпионате и на первенстве России. Отметим, что принимают участие в турнире спортсмены от 12 до 17 лет и старше.